Привет, дорогой зритель. Продолжают садиться ко мне по ссылочке, и я буду продолжать их открывать и показывать, что ко мне пришло. И, кстати, да, для одной из этих посылок мне сегодня понадобятся мои смарт-вотч от компании Samsung. И давайте начнем распаковку. Хочу начать с посылки, которая побольше. Вот она. Она увесистая, тяжеленькая. И тут скажу сразу, эта посылка непосредственно связана с моими Samsung Watch. Вот, я здесь заказал себе ремешок для них. Но ремешок не простой, это браслет из нержавеющей стали. Давайте откроем и посмотрим, как же он выглядит. Он должен быть в черном цвете, как я заказывал. Сейчас посмотрим. Так. Держу с другой стороны. Так, стоимость данного браслета $2. Весит 100 грамм, не слишком много. Написано Watch Bands. Так что откроем и посмотрим, как они выглядят. Кстати, посылка пришла не побитая, ничего, ну и чему удивляться, здесь биться нечему. Здесь браслет из нержавеющей стали. Он точно уже в дороге не побьется. Так. Кстати, смотрите, как он упаковал мне хорошо этот китайский товар. Внутри сама посылка идет с дополнительной защитой, с пупыркой. Прикольно, прикольно. Опа, что это он мне положил? Ага. Какой-то талончик. Dear valued customer, thanks so much for your order. Спасибо за ваш заказ. If you are satisfied with this item, please leave us positive feedback. Если ты получил удовольствие от этого товара, пожалуйста, оставь нам позитивный ответ с 5 звездами. Thank you very much. Вот такой вот китаец. Хитрый. Сразу можно здесь посмотреть, как выглядят этот браслет. Вот он такой стальной. Тут какая-то дополнительная приблуда. Это, наверное, чтобы увеличивать его или еще что-то делать. Подержав вверх ногами. Вот такой вот браслет. Вот он. Ну, отложим это в сторону. Меня интересует сам браслет. Вот он. Ага, здесь он. Прикольно, прикольно. Так, в посылке больше ничего нет, нету. Так, смотрим. Браслет вот в такой упаковочке пришел. И плюс приблуда, чтобы его одевать на часы. Прикольно. Хорошо, я сейчас одену этот браслет на часы и покажу, как он выглядит. Кстати, да, давайте открою сам браслет, покажу так, пока он еще не на часах, как он выглядит. И вот есть, он положил китаец такие дополнительные шпицы, или как они называют, не знаю, спицы часам, чтобы их можно было крепить спокойно. К браслету, чтобы его можно было спокойно крепить на часы. Вот такой вот браслет. Ох ты! Красотища какая! В черном цвете. Конечно, не такой, как был показан на
брошюры, но мне он даже больше нравится. Вот это вот мощь, мощнецкий браслет. Давайте же его скорее оденем на часы и посмотрим, как он выглядит на часах. Ну что, ребята, одел я браслет и хочу сказать вам, что выглядит он просто шикарно. Конечно, его надо сделать чуть поменьше, чтобы он был прилегал к моей руке, но и так он выглядит, по-моему, потрясно. Вот какой замок здесь идет. Опа. Крутой, сейчас сниму, покажу его поближе. Вот мои часики. Вот такой вот ремешок дачного цвета. Стальной, нержавеющая сталь написано. Буду верить, так что китайцы, я могу смело рекомендовать вам. Такой браслет стоит вообще сущие пустяки. И будут, ссылка на данного продавца будет, как всегда, в описании. И да, ставьте лайки. И пока ставьте лайки, да. И пока и покупайте товары через AliExpress или в любом интернет-магазине другом через кэшбэк-услуги. Я рекомендую кэшбэк-сервис Letyshops. И получайте деньги возврат обратно. И ссылочка на Letyshops будет, как всегда, в описании. Ставьте лайки и комментируйте видео. А мы перейдем ко второй посылке. Вот она, вторая посылочка. И здесь, сразу скажу, здесь находится кейс для Samsung Galaxy S8 Plus. И опять-таки, до сих пор у меня этого телефона нету. Но, по крайней мере, мы раскроем посылку, посмотрим, как это все выглядит. Так. Ножик уже и открытый. Откроем всю посылочку. Тут прикольный сиреневый цвет. Если не ошибаюсь, это чехол с кольцом для пальца. Знаете, как китайцы любят такие кольца, чтобы носить телефон на пальце. Так. Да, ребята, будьте поактивнее, пожалуйста, оставляйте комментарии, пишите, ставьте лайки. И если я вижу, что вы проявляете интерес, я буду заказывать все более дорогие товары. Я хочу как-то заказать себе смартфон через AliExpress, просто ради интереса посмотреть, что придет в итоге. Вот, и если мои видео будут набирать много лайков, комментарий будет популярный, и я буду видеть, что это вам интересно, то я все-таки закажу себе смартфон и вместе с вами распакую его. Вот как этот чехол выглядит. Так. Так. Так, опа, он силиконовый, внизу, в середине он такой серебряный, здесь он сиреневый, все отверстия на своих местах, камушки, все здесь бриллианты, да, для S8 Plus, и вот кольцо, опаньки, и так можно его на палец одеть и ходить круто. С телефоном общаться. Опа, опа. Прикольный чехол, прикольный. Будем переходить дальше к посылочкам. На момент, когда я эту мышку заказывал, цена данной мышки
на AliExpress стояла от 7 до 10 долларов. Сейчас я не знаю, есть такая мышка у продавца, у которого я ее брал, или нету. В любом случае, в описании я постараюсь найти подобную мышку и оставить ссылку на нее. Итак, давайте откроем и посмотрим, как она работает и как она ведет себя после подключения к компьютеру. Посмотрим, из чего сделан корпус мышки, что за материал. Кстати, да, давайте, я не рассмотрел, что же есть на этой мышке. Итак, это Genius NX 7015. Я не думаю, что это какая-то игровая мышка или что-то типа того. Я думаю, это обычная мышка для работы. Она работает через Bluetooth. У нее что-то Blue Eye, голубой глаз. Я не знаю, что такое Blue Eye. Пожалуйста, напишите в комментарии, что это значит. И Etherhand. Подходит для компьютеров на системе Windows. Сзади у нас, в принципе, сзади ничего интересного. Ладно, продолжим раскрывать ее. Опа, получилось. Есть. Пошла. Так, что это такое у нас? А, ничего интересного, просто инструкции и такая картонка внутри. Это нам не нужно. Так. Вот сама мышка. И переходник для нее. Никогда не видел, если честно, такие вот упаковочные коробки, или как они называются. Вот такой вот обычный адаптер. Что-то не фокусируется. Камера что-то не хочет фокусироваться у меня сегодня. Так. Постараемся. Нет, не идет. Вот так вот. Такой обычный адаптер. USB. Ничего необычного, вот он. Но если честно, сделан как-то по-прикольному, необычно этот адаптер. Ладно, отложим его в сторону. Так, вот сама мышка. Сверху у нас это пластик. И это пластик, кстати. Верхний пластик с имитацией металла идет. Колесико, кстати, приятно на ощупь, хороший ход. Мышка тоже в руке сидит. Отлично, удобно, напоминает чем-то мне мою мышь, вот эту вот Atropu. Кстати, ссылка на распаковку данной мышки будет здесь вверху.
или здесь, может быть, вверху найдете, если вам будет интересно. Посмотрите, хорошая мышка, тоже заказывал ее на Алиэкспрессе. В руке сидит достаточно удобно, ничего не мешает, хорошая мышка. Так, работает она на мини-батарейке. А нет, это обычная пальчиковая батарейка, и что прикольно, продавец мне положил батарейку в подарок и уже установил его в мышку. Круто. Осталось выдернуть не пластиковую бумажку, которая защищает. И будем пробовать, как она работает. Кстати, для того, чтобы мышка заработала, здесь есть такой переключатель off-on. Переключаем его на on, и как можно видеть, мышка заработала, индикатор есть. Итак, как можно видеть, мышка работает, курсор бегает по экрану, все нажимается. Кстати, да, у меня высветило здесь, что надо обновить мой антивирус. Обновлять антивирус надо, чтобы ваш компьютер всегда был защищен. И да, все работает, кнопки все нажимаются, все отлично. И да, есть одна проблема, что звук клавиш громкий, нету никакой защиты, и ночью, и когда будете играть в игры или же работать за компьютером, будет мешать вашей семье, так сказать, будет мешать этот звук. Вот. Колесико здесь мягкое, прорезиненное. Так что за такую цену, $70, я могу рекомендовать эту мышку. И пожалуйста, кому надо, приобретайте и переходите по ссылочке, если я все-таки найду эту же мышь по такой же цене, по которой я ее брал. Я ссылку оставлю внизу в описании. И кстати, самое интересное и самое важное, пользуйтесь кэшбэк сервисом при покупке товаров через интернет, будь то магазин AliExpress или еще какой-нибудь магазин, и возвращайте часть потраченных денег себе обратно. Я рекомендую кэшбэк сервис Letyshops, так как я сам им пользуюсь, и ссылочка будет также в описании. И пожалуйста, ставьте лайк, кому понравилось это видео, или же дизлайк, кому не понравилось это видео, но не будьте равнодушными. И таким образом я знаю, кто смотрит мое видео и кому это видео нравится или не нравится. Пока-пока.